Я рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей. С вами Бутылкус. Да, начало такое сложное. Личный позывной Роман III, Павел Леонид Николай. Давайте так, чтобы было понятно. Вот многие, я думаю, в школе, да и вообще по жизни, наверное, родители многим говорят, или сами кто-то догадывается, ну как-то так, не знаю, сложно сформулировать мысль. В общем, в современном обществе существует такой постулат, что вот школьные знания, они в принципе нахрен никому не нужны. Вот смотрите, у меня из школьных знаний, к сожалению, вот по геометрии, которую я в принципе отлично знал, ну как отлично, ну по современным меркам, наверное, это было бы 5 с плюсом, ну или там бальная система, не знаю. Ну, на 90, наверное, баллов я бы сдал геометрию, если бы сдавал ЕГЭ. Тогда. А сейчас я ни черта не помню. Я вот помню только, что там косинусы, синусы. Там более-менее 1/2, там 90, там 30, 60, 45 градусов. То есть такие основные базисные значения. Вот. А зачем? Зачем они в реальной жизни человеку нужны, да? Ну вот не нужно. Ну кому вот знать, вот сколько косинус там такого-то угла? Есть калькуляторы? Да, они есть. Я согласен, они присутствуют. И более того, я, скорее всего, воспользуюсь своим вот этим крутым программируемым советским калькулятором. Но речь не об этом. Возникла задача. Есть у меня участок. Забор. Вот так идет. Нарисуем забор. Я очень надеюсь, что будет хорошо видно, но, к сожалению, мягкого карандаша у меня не нашлось, есть только дважды твердый. Вот. Ну, это не важно. Значит, вот так идет забор по границе участка. Да? Вот. Давайте его вот так вот сразу отметим. Вот. Это забор. Все. Там дальше ничего не существует, я не могу ничего сделать. И. Ну, понятное дело, дальше участок куда-то идет, но есть проблема, на нем стоит опора. Примерно в середине участка. Давайте ее где-то вот, ну, наверное, вот так вот и отметим, да, вот стоит опора, с которой я ничего не могу сделать. Моя задача вкорячить на участок антенную мачту. Мачта будет растягиваться 3 растяжками. Значит, на, ну, соответственно, нам необходимо вписать равносторонний треугольник, потому что должны быть растяжки строго под 120 градусов. Во-первых, нам необходимо понять, куда, вот, как растягиваться, какие расстояния и так далее. О, смотрите-ка, я прям равносторонний треугольник нарисовал. Значит, вот так вот. Нам необходимо вписать в участок равносторонний треугольник и выяснить, а куда в точности ставить мачту, вот где, вот куда, вот по метрам, и какое расстояние откуда откладывать. Мне же надо знать, где сверлиться. Ну, не на глаз же, в конце концов. То есть, если я, с одной стороны, у меня есть жестко закрепленная точка, да, опора, которую я не могу сдвинуть, то вдоль забора я могу перемещать растяжки как угодно. То есть, сюда заанкериться, сюда, 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 сюда. Зачем каждый раз сверлить забор? Ну, вот для того, чтобы избавиться от этого, вспоминаем школьную геометрию. Я намерил на участке вот это расстояние. Прям сразу отмечаем. Вот это расстояние от забора до опоры конкретно. У меня из свободного пространства 7 метров. 7. Теперь необходимо... Ну вот, собственно, это вот для растяжек. Звенят коуши с серьгами. Будем делать. Значит, необходимо, во-первых, понять, куда в точности поставить мачту, чтобы угол, ну вот, давайте, вот, грубо говоря, что вот эта вот мачта, вот, вот одна оттяжка идет, и, соответственно, нам от нее нужно нарисовать вот где-то на 120 градусов, вот как-то вот так, наверное, да, можно сказать, значок компании Mitsubishi. Во, вот как-то вот так, очень условно. Вот, растянуться под 120 градусов. То есть вот здесь вот мы точно знаем, что вот этот угол, назовем его альфа, равно 120 градусов. В
точности и никак иначе, строго. Ни в коем разе там допуски, по-моему, градусов 10, это уже много, это много. Силы начинают сильно перекашивать, как это, момент кручения, момент вращения и момент сил настолько, что в итоге вся нагрузка так или иначе ложится на одну оттяжку, и она, в конце концов, раньше всех лопается. Ну и, соответственно, поскольку, допустим, лопнуло вот это, мачта гарантированно падает сюда. Лопнуло это, мачта гарантированно валится сюда. Лопнуло это, мачта гарантированно валится сюда. Так вот, если лопнет вот эта, грубо говоря, оттяжка, у меня мачта падает на опору электропроводов. То есть даже не на опору, а скорее всего на сами провода. Улавливаете, да, логику? Вот. То, что там что-то замкнет, это в принципе хрен с ним, ничего страшного не случится. А вот остаться без электричества и устанавливать это все, это большая-большая проблема. Так вот, нам необходимо в эти 7 метров пространства по прямой от забора, ну, очевидно, да, куда-сюда вписывать мачту. Очевидно, что она должна находиться вот на этой прямой. Потому что если сдвигаемся сюда, ну, как-то, ну, как-то, конечно, можно, наверное, вписать. Но вот самое оптимальное, это образовав здесь прямой угол с забором и одной из оттяжек до опоры 90 градусов, да? 90 градусов, образовав вот этот угол 90 градусов, куда-то на эту прямую. Вспоминаем, равносторонний треугольник, вот этот. Да, ну, давайте ее сразу обрисую, что ли, почему бы и нет. Равносторонний треугольник. О, черт, смотрите-ка, вот, все, раз, одна, вторая, третья. Вот, нам необходимо, чтобы расстояние между ними было всегда строго одинаковым. Вот, в этом случае мы можем гарантировать, что у нас здесь оттяжки располагаются под углом строго 120 градусов. Все. Нам необходимо вписать сюда мачту. Итак, вспоминаем. Вот все, что я помню про равносторонние треугольники, это то, что, во-первых, сумма углов вообще, в принципе, всех треугольников 180 градусов. В равностороннем треугольнике, как несложно догадаться, все три угла одинаковые, соответственно, 180 на 3, 60 градусов. 60 градусов, то есть этот, этот и вот этот углы одинаковые. Вот. Ну и, соответственно, поставив куда-то сюда, не имея транспортира, не имея ничего, отсюда и название, геометрия, я прямо на земле вынужден как-то вписывать постройку, грубо говоря. Итак, я точно помню, что, во-первых, радиусы описанной, описанная и вписанная окружность, то есть вот эта окружность, да, ну какая-то, и вот эта окружность имеют общий центр, да, вот здесь вот, вот так вот обрисовываем, вот как-то вот так, и вот как-то вот, ну, понятное дело, на глаз, но тем не более. Ну, вот. Они имеют общий центр, абсолютно точно, вписанные и описанные окружности в равностороннем треугольнике имеют один единый общий центр. А это значит, что именно в этом центре, центр масс, грубо говоря, и окружностей, и самого треугольника. В центре масс, грубо говоря, в центре схождения векторов всех сил, которые будут тянуть там или наоборот сжимать, будет находиться именно в этой точке. Понятное дело, что это не середина стороны, то есть 3,5 метра это неправильно, как вот несложно даже на глаз понять, да, что вот, ну, ни хрена не совпадает, то есть это явно не центр треугольника. Где находится центр? Я точно помню, что радиус вписанной окружности — это 1/3 высоты. Внезапно, единственное, что я в действительности могу измерить, это именно высоту треугольника. И она измерена. 7 метров. Все. Значит, делим 7 на 3. То есть это радиус вписанной окружности. 7 на 3. Получаем... Что мы получаем? Не делится ни хрена. Ну, грубо говоря, 2,35, да? Плюс-минус там 5 сантиметров. Вот они, эти погрешности. Значит, ну, 2,35. То есть, давайте смотреть, вот, чтобы вот где-то трети были. А, ну, давайте по палочкам. 1, 2, 3 сантиметра. Значит, 4 сантиметра. 5, 6, 7,
8, 9, о, 10 сантиметров я нарисовал, да? 10 сантиметров, значит, 2 там и 3 сантиметра должен быть вписывание. Вот здесь вот. Да? Че это? Я уверен, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ну да. 10. А, 2,3 это для реальности. У меня 10 сантиметров, соответственно, это будет 3,33. Ну вот, смотрите, как глазомер охотничий, а. Значит, 1, 2, 3, ну и 3 еще. То есть, вот реально здесь. Вот здесь вот должна находиться мачта. Ну и как несложно догадаться, да, рисуем эту самую мачту, нарисовали, вот она. И действительно, начинаем выяснять. Давайте теперь уже на глаз. Мы можем практически точно даже на глаз. Здесь. И здесь. Зная, памятуя о том, что у нас 7 метров высота треугольника, я могу в точности отмерить, получается, от опоры 2,35, 4,7, там, грубо говоря, да, ну, 4,65. Ну, давайте, значит, запишем. Вот эта часть, это 4,65 метра, вот это. И, соответственно, вот это расстояние тоже 4,65. Можно уже, в принципе, с рулеткой, отмерившись вот по перпендикуляру, по высоте, встав вот в эту точку, просто на глаз 90 градусов между забором и опорой определив, вот здесь вот куда-то вот подошел, пошел в сторону опоры, прошел, значит, 2,35 метра, да, ну, плюс-минус, ладно. Пройдя 2,35 метра, я попадаю вот ровно в точку, ровно в центр, в точку установки мачты. Все. А теперь мне необходимо выяснить следующее. Какая длина оттяжек необходима? То есть, вот эти, собственно, три оттяжки верхнего яруса в первую очередь. Нижний ярус не особо-то критически важен. У меня есть запас, у меня 50 метров, наверное, троса стального. Вот, 4,65, это, соответственно, тоже 4,65 получается. И вот эта тоже сторона 4,65. Все, это 100% мы знаем. Теперь перерисовываем вот это все дело. Все, вот мы вписали равносторонний треугольник. Все у нас идеально получилось. Нам необходимо теперь выяснить вот что. Я знаю, что вот, опять же, встав между точкой установки на одной линии, по глазомерам, встав на одной линии с опорой за забор, я могу в точности отмерить себе вот эту точку, да, зная, что вот все, вот здесь у нас перпендикуляр, здесь середина стороны равностороннего треугольника. Это мне нужно для того, чтобы выяснить, сколько мне по забору надо проскочить влево и вправо, для того, чтобы найти две последние точки для того, вот где сверлиться и куда серьги с коушами в забор вот анкерить, вот, ну, то есть конкретно анкериться в землю, где, в какой точке. Там у меня забор, вот он прямой, все. Значит, зная высоту, мы можем вычислить сторону, только вот я, к сожалению, не помню формулы. Ну, и вот угла тоже, а хотя чего угла? Зная здесь 7 метров, здесь 30 градусов, потому что высота, биссектриса, медиана и все остальные, в общем, в равностороннем треугольнике все является одним и тем же. Точки схождения высот, медиан, биссектрис, это все одно и то же. Вот. То есть здесь угол 30 градусов. Если мне не изменяет память, синус 30 градусов это 1/2. Это как раз, кстати, минимальный угол, на который можно устанавливать, ну вот если вот так смотреть, да, ну вот стоит мачта на земле, вот, и, значит, это стоит мачта, вот эти углы, то есть вот так ее если растягивать, да, вот мощная мачта у нас стоит, то есть здесь вот она 90 градусов образует, туда-сюда отходит. Вот этот угол
вот этот, верхний, потому что именно это момент силы определяет в рычаге, потому что у нас, ну, сама мачта, если она падает, она, очевидно, стоит на земле насмерть. Ну, вот. И если она начинает падать, то вся ее масса, ну, грубо говоря, в центре находящаяся самой мачты, очень условно, да, все ее, ну, сколько там, килограмм 15 она, наверное, весит, это здоровенная, там, 11-метровая трубень, а, ну и плюс еще там, грубо говоря, килограмм антенны, значит, все вот эти 10 килограмм на расстоянии большем в два раза от центра масс превращаются в 20 килограмм. И вот этот угол как раз и определяет, чем он меньше, то есть если вот так вот растянуться, да, совсем вот там в полуметре, грубо говоря, получается соотношение сторон мачты 10 метров и вот тут 1 метр. Да, ну, можно очень грубо, конечно, считать, что усилие возрастает в 10 раз. То есть не 10 килограммов антенна превращается, а 100. Вот, ну и, соответственно, тут уже вопрос. Мало какая веревочка выдержит. Ну, стальные тросы, конечно, выдержат, но нахрена нам такое усилие? Они же будут постоянно под ветровой нагрузкой находиться. Вот, отсюда это все и определяет конструктивную прочность всего, так сказать, всей постройки. Значит, радиус описанной окружности, получается, если здесь 1/3, то радиус описанной окружности до ближайшей вершины — это 2/3 высоты. Твою мать, я гений. Вот я о чем подумал. Ну так вот, зная, что здесь должно быть минимум 30 градусов, ну, нужно следить за тем, чтобы относ вот этой вот части был, получается, не меньше, чем половина. Не меньше, чем половина высоты мачты. В моем случае 5 метров, да, получается. Ну, ну да. Именно поэтому я взял стальной 4-миллиметровый трос. Это, в принципе, для 10-метровой мачты это даже много, на самом деле. Потому что вот я абсолютно точно знаю, радиолюбитель у нас тут тоже есть в районе, у него установлена не просто мачта, у него там, это даже уже не мачта, это почти башня. Она почти сама стоит, ну почти, вот, почти стоит без растяжек, четырехгранная унжа, грубо говоря. Вот, но тем не менее, даже у него вот в качестве растяжек используются 4-миллиметровые стальные тросы. То есть их достаточно. А там, ё-моё, я не знаю, сколько она килограмм весит, сотен. Не, ну сотен-то вряд ли, но десятки и десятки, то есть там килограммов 120-150, наверное, там одна антенна килограмм 20 весит только. Вот. Так вот, получается, что синус 1/2, да, то есть, ну, для того, чтобы вот это найти, синус 1/2, ну, это как минимум, там, получается, синус 1/2, это как минимум 5 метров, ну, придется с этим как-то мириться, ладно. 4,65, значит, теперь мы, чтобы не заморачиваться со всеми этими углами и так далее, я точно знаю, что у меня 4,65 это вот это вот расстояние, да, вот я его нарисовал, я точно знаю, что вот здесь у меня, я знаю точно, что вот это у меня 10 метров. 10 метров. Соответственно, сколько у нас длина оттяжки должна быть? Внезапно теорема Пифагора. Значит, 100 это квадраты. Плюс, 4,65 в квадрате это, ну, 25 и 16. Ну, грубо говоря, 20. Ладно, так и быть, я воспользуюсь калькулятором. Где-то у меня есть калькулятор обыкновенный. Ну, 4,65 умножаем на 4,65, получаем 21. Ну, не 20, 21, да, 21. Получаем 21, и неохота считать в точности, 21,623. 21,623. И, значит, плюс 100, и извлекаем квадратный корень. Корень из 121, это 11 метров, как ни странно. Вот оно, ну, 121,600 получается, да, равно 121, смотрите, какие цифры замечательные, 121,6, да, ну, плюс-минус, 121, это 11
метров длина оттяжки. Итого записываем, значит, 11 метров. А у меня 50 метров приблизительно троса, соответственно, на 3 растяжки 33 метра, и остается еще там где-то метров, ну, 15 примерно. Примерно 15 метров остается еще на нижний ярус. То есть у меня еще и нижний ярус, два яруса обязательно растягиваются. Вот так. Вот. Вот. Окончательный рисунок. Хотя на самом деле это неправильно. Это же треугольник. То есть они вот здесь будут находиться. Вот так. Ну вот, как несложно догадаться. Это проекция вертикаль. То есть это вид вот этот, Б. Вот сюда, если вниз сдвигать, да. Ну, как это обычно на чертежах делают. Вот, значит, 11 метров. Мы точно знаем, что теперь у меня, значит, оттяжка. Оттяжки 11 метров, ну, с лишним. Поэтому будем с запасом брать оттяжки 11 метров. А вторая оттяжка, как нетрудно догадаться, будет где-то метров 5, да. Ну, 4,65, ну, понятное дело, там... Первый ярус оттяжек, по-моему, высота метра полтора. То есть это просто высота первого колена. Ну, метра полтора. Ну, давайте вот с плюсом, да. Получается, сколько у меня запаса остается? Где-то метров, ну, 15 пускай, да. 15 метров запаса. Ну, да, хватает. На 3 делим. Хватает по 5 метров. Ну, нормально. Нормально. Вот. 11 метров и не менее 5 метров должна быть нижний ярус. Все, теперь остается только определить вот эту, вот эти стороны, куда поскольку шагать. Значит, исходя из высоты треугольника, вспоминаем. Значит, высота делит сторону ровно пополам. Правильно? И здесь у нас образуется прямой угол. Вспоминаем теорему Пифагора. Мы знаем вот это, 7 метров, и... Зная высоту, угол, мы в точности можем определить гипотенузу, грубо говоря, да? То есть, ну, а гипотенуза этого треугольника, они, соответственно, и являются сторонами равностороннего треугольника. Соответственно, про 1/3 это я еще помню. Ну вот, памятуя о том, что 7 метров высота. 7 метров высота и 90 градусов. И, ну, синус, ну, блин, ну, 33,5 получается. Ни хрена, это неправильно. Ни одна вторая, там, по-моему, значит, это корень из двух пополам. Или из трех даже пополам. Как-то так. Фиг с ним, сейчас выведем. У нас вот это x, а, соответственно, вот это и вот это равно. И, соответственно, это у нас x пополам. Вот она, еще раз, школьная геометрия. Значит, записываем теорему Пифагора, вот эту же. Еще раз. Сторона равностороннего треугольника равна x. Половина этой высоты, x пополам. То есть, x и x пополам. Вот это мы знаем. Все, записываем. Значит, 7 в квадрате равно... О, 7 в квадрате. Ну ладно, пусть будет 7 в квадрате, оставим, равно x квадрат. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Вот он, катет, значит, 7 в квадрате, да? Плюс x пополам тоже в квадрате. Запишем его как первую. X в квадрате пополам в квадрате. Фига, я молодец. Арифметист хренов. Значит, начинаем преобразовывать. Получаем, значит, что x квадрат равен... Да ничему он не равен. Переносим. Переносим, делим, умножаем, извлекаем квадрат. Значит, x квадрат минус x квадрат, деленный на 4, это у нас 3 четверти. Три четверти x квадрата. Вот так. Равно, ну, 49 метров. Это в квадрате. Вот она, ответ. 3x квадрат равно 49. X квадрат равно... Умножаем 40... 49 умножаем на 4 и делим на 3. Переворачиваем, делим.
получаем x квадрат равный 36 плюс 196 на 3. Правильно я считаю это? Ну да. 196 на 3. Итого получается около 6. Около 6,2, наверное. 6,1. Ну давайте уже в калькуляторе посчитаем. 196 делим на 3. 65. 6,5 метров. Почему 196? А, ну это в квадрате, елки. Ну да. 196 на 3. Получаем 65 и 3 в периоде. Опять же, это уже ответ. 65 и 3 в периоде. И, соответственно, x равно корень из 65 и 3. Вот. И извлекаем квадратный корень. Значит, равно где-то 8,08, да, 8,08 метра. Вот он ответ наш искомый. 8,08 метра. То есть x равен 8,08. Итого, x пополам, соответственно, вот эта сторона равна 4, ну с копейками. Давайте примем там 4,04, да. 4,1. Нахрен. 4,04. Нет, 4,04. Ну, 4... Блять, ну 5 сантиметров. Ну, 5 сантиметров. Ну, можно пренебречь, да? Но, тем не менее. 4 метра. 8. Соответственно, половина стороны 4 метра. Итого, мы должны отступить на 4,04. 8,08. 4,04 здесь. 4,04 здесь. Все. Вот они, готовые опорные точки для установки мачты. Красота. Идем устанавливать мачту. Брутальная конструкция, не так ли? Страшно смотреть. 12 метров. Значит, как настраивается? Вот с учетом всей геометрии. Вот там закреплен отвес. Вот там. На оттяжке. Под верхнее колено. Под самое-самое верхнее. И вот подвесик идет, спускается. Вот его можно отбросить. Протянуть, получится флагшток. А это вот, собственно, отвес. Расстояние. Так вот. На данный момент, получается, он косит на 25, наверное, 30 сантиметров от мачты. В ту сторону. И видно, в общем-то, изгиб, я думаю. Если так вот посмотреть, вот он. Значит, будем выправлять. Делается это очень просто. Вот эти оттяжки уже все, ну не то что струна, конечно, но ими вертикаль выставлена. Теперь можно этот подпорочка была для того, чтобы она, видите, вот, все, молоток удаляем. Я его как клин использовал для того, чтобы регулировать наклон комля, комля,
комля. Вот. И, соответственно, вот если так смотреть, видно, что вот она вот на, там, на 20 сантиметров, там, на 30 макушка чуть-чуть косит. Чтобы этого избежать, смотрим, во-первых, куда противовес висит. Он висит в сторону двух оттяжек, значит, условно назовем ее западная, восточная. Вот та будет южная. Значит, западная оттяжка ослаблена. На данный момент вот она прослаблена полностью. И вот если начинать вот так вот делать, видно, что противовес начинает болтыхаться. Да, ну и в общем-то вот насколько это заметно. Сейчас попробую показать. А, потерял мачту. Вот она. Вот смотрите. Давлю рукой, и вот она. Насколько она гуляет. Ну, на полметра, в общем. Для того, чтобы этого избежать, ослабляем одну оттяжку. Вот, она. И не очень хорошо видно, но она вот провисла, в общем-то. И пробуем южную для начала. Это во-первых. А во-вторых, нужно примерно так же ослабить. Вот если смотреть вот так. Вот. Вот так смотрим. Не видим противовеса. То есть он вот он. И вот он. Да, с этой стороны. Вот. То есть он больше всего получается. Вот он. Больше всего он именно на ту сторону. Вот. Там она ослаблена, эта оттяжка. Соответственно, нужно мачту вот сюда вот дернуть, чтобы она выровнялась. Можно даже вот так, в принципе, сделать. И вот он уже начинает сюда ползти. Но этого нам не требуется. Вот сейчас видно, она еще подзавалилась вот на восточную сторону. Значит, нужно и вот эту оттяжку ослабить. Вот. Берем, начинаем ее натягивать. Раз. И все, и противовес видно, как он даже зацепился там за что-то сразу. Вот. Значит, надо ослабить немножечко эту оттяжечку. А вот эту, соответственно, нужно натягивать. Натяжение я сделал таким образом. Поскольку крепиться здесь просто не за что посреди огорода, использовал опору. Здесь никаких разрушений конструкции нет. Две шпильки насквозь, как метод танкера. Именно насквозь металлоконструкции не повреждены. Это просто прижим, чтобы меньше было усилия на изгиб шпили, грубо говоря. И с другой стороны ровно такая же конструкция. Очень просто и конструктивно, очень элементарно и надежно. И все. Вот. И теперь, если смотреть на вот на эту оттяжку, раз, и видно, как начинают эти оттяжки выравниваться. И вот если дальше тянуть, видно, в какую сторону антенна начинает мандить. Вот, все, не мандит, вот она вертикально встала. И вот он звенит, слышите? Противовес. Ой, отвес. Но не слышно. Вот он звякнул один раз и все, и отъехал. Ветер. Ветер. Все, вот ее нужно натянуть, вот эту оттяжку, минимально. Насколько это возможно. Вот слабина ее. Вот она. То есть, вот, 5 сантиметров я выбрал, вот смотрю. Да. Достаточно ровно. Все. Все. Я могу порекомендовать для домашних работ. Вот идеальная вещь. Дело не в том, что он разводной. Он мне не нужен в качестве разводного ключа сейчас абсолютно. Так, сводим его, чтобы не бряцал. Вот что нужно. Если у большинства инструмента просто эта вешалка, то здесь это очень удобный, тоненький накидной ключик. И он внезапно идеально подходит под гайки, под все. Такая вот хитрость. Вот вам лайфхак. То есть старайтесь брать инструмент вот с таким вот, то есть самые ходовые, что тут восьмерка, вот самые ходовые к
ключики. Он вам заменит. Нет, не восьмерка, это десятка. Может, даже двенашка. Чёрт знает. Неохота смотреть, считать. Вот. Так что очень даже рекомендую. Все, ослабляем, натягиваем. Я думаю, здесь вопросов нет. Да, банальная конструкция. Серьга, коуш, в нем трос и зажим. Ослабляем, вытягиваем. Да, вот еще. Очень важный момент, который сделан. Вот эта петля, вот, выход, вот он идет. Он обнимает столб, возвращается и воткнут обратно. Вот он, хвост. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы, если что-то произойдет, он останется висеть вот на этом кольце. Потому что там забор, там соседское имущество. То есть, если мачта будет падать сюда, то в ней 12 метров, 2 метра от забора, у меня огород 15 метров. То есть, упадет вот туда, полностью на мой участок. То же самое касается туда, ну, максимум детей убьет. Туда мое имущество, сюда... Падать нельзя, поэтому здесь максимально надежно. Вот-вот. Поэтому я и говорю, ничего страшного, если детей убьет. Задрали. Ненавижу детей. Нет, шучу, я люблю детей на ужин. Вот. Так что вот так. Ослабляем, натягиваем, выравниваем. Сама мачта играет. Где-то можно увидеть, колено болтается. Вот давайте покажу. Вот, допустим, ну вот видно, у нее есть вот минимальный изгиб. Так вот, что происходит. Начинает дуть ветер, а она начинает играть. Как угодно. Раз, так ты ее повернул. Так повернул, выравнивается, так нет. В общем, минимальная кривизна практически, так что можно забить. Вот этот отвес, значит, теперь что мы делаем? Оставляем его сюда, на ответную его часть, вот возвышение, подъем. Значит, привязываем веревку. Протаскиваем, получается 10-метровый блочок у нас. И можно поднимать по утрам флаг. Правда, говорили, что что-то типа запрещено сейчас. Это как бы плевать. Такие дела, господа. Ну а в довершении хочется пригласить вас на завтрашний стрим. В прямом эфире будем вещать 1 час. Да, я не знаю, заметно было это или нет. Наверное, заметно, я не вижу здесь. В общем, прямо у меня над головой идет оптоволокно, которое мне буквально вчера утром установили. Да, в моей деревне появился нормальный интернет, с чем я всех поздравляю. Так что, ребят, будет стрим. Буду участвовать в соревнованиях. Орловской области. Открыт чемпионат Орловской области по радиосвязи на КВ. Телеграфом не буду, слишком скучно вам будет, я думаю. А вот телефоном поработаем. Разумеется, в прямом эфире. Поймете, что это такое, как это, с чем это едят. Я смотрю на Ютубе, в принципе, у Янки Браво Зиро. А дальше забыл. Джакарта. В общем, из Джакарты
индонезиец вещает, собирает неплохую аудиторию на стримах. Ну, правда, это надо делать на английском, ну ладно. Для русскоязычного YouTube, я думаю, это тоже будет интересно, особенно для начинающих, хотя я сам начинающий. Но будем вместе набивать шишки. Так что всех приглашаю на завтрашний стрим. Ну и, в общем-то, лайки ставьте, да? Конструкция-то. Надо было строить зиккурат, я его построил. С вами был Бутылкус. До завтра.